Всем привет, наши дорогие друзья! Короче, сегодня мы опять играем в Brawl Stars. Я давно не заходил в Brawl Stars, просто, ну, скучно было. Играть уже не очень так играть мне в Brawl Stars, ну ладно. Что у нас на юбоксике падает? Интересненько. Давайте поставим лайки, может не выпадет кто-нибудь. Вы просто ставьте лайки. Я подожду пока что, ребят. Просто так нажму пока что. Вы просто поставьте лайки. Или напишите в комментариях, выпадет. Или не выпадет или нет. Готово, надеюсь, дает. Все, 5 секунд. Раз. Дает счет. Раз. Два. Два с половиной. Два на ниточке. Три. Поставил. Молодец. Все, открывай. Если кто догадал, кто написал, что не выпадет. Молодцы, угадали. Так ты должен был увидеть, что никто не выпадет. Ладно, мы погнали. Так. Возьмем, пожалуй. Давайте на вороне сыграем. Яд. Не лагай, давай. А я поняла, почему я сюда телефон лагает, ребята. И не то, что долго видео не снимал, просто тут такая ситуация была много. Не получалось, короче. Пишите комментарии, если вы тоже так же, как у меня, всегда лагает. Напишите в комментариях. Вот вы взяли самого мощного бойца, который из 15 ранга. И нам сливайте. У меня такого всегда такого бывало. Пора валить, ребята, это нехорошо. Это даже очень нехорошо. Вот я в ней, ребята. Ой, давай. Сам. Ну, давай. Не воюй, Шелли, блин. Шелли влипла. Вот, ребят, ну зачем? Вот скажите мне, пожалуйста, зачем она там просто брала и стояла? Не пойму. Я просто не пойму. Нет, уж я лучше возьму другого бойца. А я так и все кубки так снимаю. Ну, понимаете, такие есть игроки, ну, которые специально стоят, чтобы его убили. У меня, короче, когда вырубал, я играл, был мод. Он взял мяч и просто к нашим воротам побежал и сам себе гол забил. Поэтому зачем? После этого нам еще один гол забили, и все, мы проиграли за того Мортиса. Так бы сейчас был бы, чтобы могли бы продержаться. Я после того дня что-то не захотелось мне играть в Brawl Stars и перестал, но потом начал играть. У него висит еще в таком моменте, когда играет Джесси. Джесси. Напишите в комментариях, если вы тоже курите, как и я. Вот, ребят. Если бы этот лаг сейчас бы не было, этого лага, я бы сейчас бы не... смог бы смотаться. Пиши в комментариях, если я прав бы мог уйти. Может, потому что я очень долго не играл в этот Brawl Stars. Может, потому что... Или я просто разучился играть. Наверное, просто чуть-чуть разучился играть. Давно просто Brawl Stars я, ребят, не играл, вот. Наверное, разучился. Ну так я не мог так всегда проигрывать. Если я не знаю, то лучше заиграть. Я играю сейчас и один год уже, и кто не знал, много аккаунтов всяких. Кто хочет узнать мой клуб, кто хочет увидеть мой клуб, то я не
пишите в комментах. Ой, в комментах. Ссылку скину я в комментариях. А как у меня в Инстаграме? В Инстаграме вы напишите, как твой клуб называется, я вам отвечу. А сейчас у меня много аккаунтов. Вы можете со мной в любое время поиграть. Если хотите, я помочь. Ротика нравится больше всего играть, если ротика легко вообще играть. Напишите в комментариях, если вы должны ротика всегда тащите, но я тащу, у меня такая привычка. Просто у меня два аккаунта, на одном аккаунте 5000. Ну вот зачем ты такое сделал? Вот кому не нравится Джина вот эта ульта? Мне вообще она не нравится. Просто Джин берет и приматывает, когда враг сильнее его. И он еще приматывает его к себе. Пиши в комментариях. Правильно, как говорится. Правильно, как говорится. Ну, я открываю боксик. И никто. Напишите в комментариях, почему мне никто не падает. А мы пока что поиграем в Робобол. Или как он там правильно. Давно в Brawl Stars не играл, вот. Разучился. Напишите в комментариях, у кого есть скин новогоднего Пенни. Дальше. Напишите в комментариях, у кого есть скин новогодний. Как называется это? Динамайка и Пенни. Пишите хэштег скин, если я пойму уже, если... У кого есть, напишите в комментариях хэштег скин. Я пойму, то, что у вас есть этот скин. Ой, Рай, прости, за то, что долго не разговариваю, просто да, засмотрелся, да и вот. Да забейте вы уже гол. Вот я не пойму, как так можно не забить гол. Помните, когда я скинул мяч и Динамайк его просто нельзя, он мог бы дать, может был бы шанс забить. Он пытается. Вот есть такие люди, которые свои шансы просто тратят на голы. Ай-яй-яй-яй, мы даже к ним ворот не можем подойти. Сейчас там Единомайку убьют, наверное. Уже убили. Вот просто отчет идет, мы еще на равных. Пожалуйста, забейте гол. Вот вам так трудно просто взять и забить этот гол. Давай, Динамайк, ты сможешь. Ой, как мы не забьем, походу, ребят. Ой-ой-ой-ой, все, нам капец, мы проиграли. Мне показалось, что Шелли забила гол. Напишите в комментариях, если вам тоже... Вам показалось, что кто-то забили гол, был гол уже. Давайте, ребята, мы сможем, блин. Давай, давай, давай.
Ребята, ну какой шанс-то был? Напишите в комментариях, какой он был. Наше видео подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я. Забавный гелик, короче. Ну, забейте. Вообще, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Ой, всем пока-пока.